left tower is under attack. Your middle tower is under attack. Но, братан, не откидывай. 4. Размяли мы немножко соперничков, ребята, нормально все. Работаем, работаем на арахне, работаем. Так, чекаем смайт арахну на фул настройках снова видеокарты. Че, можно поспамить смайлами? Можно, конечно. Катерина, привет. Катерина, а у меня тоже есть смайлики, но они есть на ютубе теперь. 4 смайлика дает ютуб. У кого партнерка есть, блин, круто. Можно, конечно, поспамить смайлами, но не жестить, конечно. Но смайлики там прикольные, мне нравятся. Посмотрите смайлики на ютубе мои. Так, что бы нам такого придумать? Привет, привет, Екатерин. Блин, я даже не знаю, как я с ним-то буду бороться. А мастер с геймплей будет? Пфф, это изи вообще будет сейчас. Почему на Твиче дают мало смайлов? На Твиче вообще не дают смайлов. Один смайлик дают. У кого партнерка урезанная, как у меня. Спасибо за подписку на арте. Спасибо, ребят, за подписку. А, ну Даш, я тебя уже поблагодарил, но все равно спасибо большое. А что если я сделаю вот так? Да, на ютубе, ребят, 4 смайлика, 250 рублей поддержка канала, да, изи, сразу. Сразу этот идет. Скажите мне, смайлик, ну не смайлик, а иконка. Иконку фолловеров я потом поменяю, кто платно на ютубе будет подписываться. У них будет не мой значок, а мы что-нибудь прикольное придумаем. И она будет меняться от месяца к месяцу, так что... И это дешевле, чем на Твиче. Единичка хилит, если что, я помню, братан, спасибо. Музыка не громко, давайте потише, наверное, сделаю, да? Потому что громковато. Музыку теперь заказывать нельзя, к сожалению. Только не его, не его, он мог. Крипов бейте, алло. Сборка у меня будет огонь в начале в самом. Стримеры другие говорят. И типа Алоха Геймерс забанили. Это челик, который доту стримит. У него очень большой канал. Его не забанили, не пермачом. Ему дали типа этот 7 дней бана типа за репорт чей-то. Хибо в лесу, да, конечно, отлично. Всегда себя чувствовал хибо хорошо в лесу. Не, братан, это так не работает. Шевцова забанили навсегда, опять. Его ж только раз банили. Эй. Чатик мне опять мешает. Ну, а я думаю, я буду с ним нормально стоять. Спасибо, за спасибо, ребят, большое. Не, теперь все. Привет, Кэт. Привет. Не успел посмотреть, куда, но всем спасибо в любом случае. Здорово, Назар, здорово, братан. Он сильно бьет. Арти, поздравь меня, я себе новый ПК собрал, теперь смайт на максимумках летает. Поздравляю, поздравляю. Мне тоже пришла видеокарта, ребят, у меня сейчас все зашибись. Смайт выкручен на такой максимум, просто жесть. Братан, я буду хилиться. Так? Ты будешь в шоке. Да почему он задел-то, не понимаю. Ладно, будет тяжеловато, будет тяжеловато, ладно. Когда расист в душе не может соблюдать правила Твича, да-да-да.
За 4 гривен, братан, я не шарю в валюте Украины. Украины, к сожалению. Но я надеюсь, это недорого. Хорошо держится, это радует. Да, я надеюсь, все будет вообще круто. Мне вчера руки дошли начать играть во что-то кроме смайта. Хорош, вот оно. Так и должно быть, ребят. Смайт за расизм банят, ребят. Меня лично банят. Как бы это грустно не звучало. Ах ты ж крысюк. За 4к гривен. Это, я не знаю, это дорого, нет? Это где-то 9к? Серьезно? Блин, а что можно за 9к собрать? Я даже не знаю. Типа карта, которая мне пришла, на 40 стоит. 2к рублей. Хз, как встречал людей, что говорят, мол, русские все такие плохие, мы хоть быхну. 2 больших набора лего. Лего сейчас капец дорогое. Братан, я буду выхиливаться. Давно сел не пройден Шерлок, дочь дьявола. А-а-а. Хорош. Давай, подпускай крипов ко мне. Я как бы за это не переживаю. Мне отхило бы побольше пока что. Спасибо за поддержку. Спасибо. Половину на покушать стримеру. Половину на покушать котлу. Спасибо большое, Хабибуст, братан. Спасибо большое. Хабибуст, у меня платные подписки на ютубе появились. 250 рублей. 4 смайлика доступны. Как будет, кайф. И возможность. Я буду рад. Я буду рад. У меня будет 2 подписчика тогда, потому что сегодня MindWolf подписалась. И тогда у меня будет еще 2 смайлика. Итого 6 смайликов за 250 рублей. Вообще изи. Это они мне дали, да? Это я тупо наводу. Окей. А, отдался, наверное, поздно, сказали, я так думаю. Я, конечно, тупанул, я думал, она за стенку прыгнет, типа вдоль стены, как обычно. Почему-то не прыгнула. Мне на покушать, а то по 2,5к уходит в месяц. Ну вот, тем более. А еще какие-то плюшки за платную подписку, кроме смайлов. А, слушай, нужно смотреть, я не помню. Что-то там есть такое необычное. Не помню. Возможно, реклама тоже убирается, типа, либо еще что-то. Нужно посмотреть. Я могу чат вырубать для подписчиков. Делаешь приятность. Ну, вообще, да, основной движняк это, типа, ну, поддержка стримера. Не, я никого не призываю, ребят. Как бы просто как кайф говорю. Просто недавно настроил эту штуку. Она работает только через YouTube Gaming. Ну, это, типа, какая разница. Не хочет бить крипов, он бьет меня почему-то. Я пока не могу разобрать, что с ним не так. И бьет он меня достаточно больно. Не успел сказать. Спасибо, братан. Ну, у тебя есть иконка. У тебя есть 4 смайла. И я еще 2 добавлю. Теперь спасибо большое. Плюс поддержка стримера, грубо говоря, это донат, потому что это деньги мне пойдут, естественно. Fallout новый будешь играть, когда выйдет? Да, я планирую предзаказ делать. Вот, так что вот так как-то, Хабибосточ, спасибо большое. Если все получится, то буду розыгрыши устраивать между платными подписчиками. Я просто не знаю, как это реализовать.
Вот, иконки будут меняться в зависимости от того, сколько вы на меня подписаны. Может, какие фичи? Визуальные фичи в основном. Гоу смайл со слоном. Каким слоном? За Анешей, что ли? Господи, он меня так замедляет, бро. Как же мы на Твиче, так вас я тоже помню. Про вас я тоже помню. Как бы я не планирую никого забывать. Я тупанул с единичкой. Дайте ударить. Успел. Ну, братан, габела тебя. Нет, хорош. Как бы на Twitch тоже нужно подписываться, кто могёт. Twitch Prime, мне Twitch Prime вообще все равно. Какая разница, это платная подписка. Это помощь стримеру. Ответ был про слона, что ли? Привет, здорово, Крио. Вот Крио может стать моим платным подписчиком. Крио, у меня сегодня два платных подписчика на ютубе. 250 рублей, братан. Покажите смайлик. Классные же смайлики, блин. Я так рад, что все получилось. Не, это слишком жестко. Я его вообще пока не тяну. Я не знаю, мне что-то нужно. Что-то физовое мне нужно. Блин, 100 монет дождусь пока. Пока почитаю, что вы пишете, а вы ничего не пишете. Я понял. А, они убили. Я с самого начала сижу, не парься, знаю. А, все, окей, окей. Жук даже не здоровался. Блин, интересно, в других чатах работают эти смайлики или нет? Как вы думаете? Я думаю, что нет. Но если они работают, то это классная альтернатива Twitch подписки, она гораздо дешевле. А, я тоже, видишь... Не, ну я могу смайл на заказ. Типа, я могу стоять соло, но не арахна. Я-то думал, я в джунгли пойду. Почему он не застанился, блин? И Крио не может подписаться. Есть знакомый, у которого есть свой чатик, могу спросить там про смайлы. Да, в принципе, не обязательно. Я думаю, это просто проверить можно. Особо не напрягаясь. Короче, пока тяжело. Арахной против Чака тяжело. Почему он не застанился-то? Я не понимаю. Пока я вообще ничего не делаю, то поглощение у меня, лол. Как такое может быть, я не знаю. Это так не работает. Лука состоит не расслабленный. Да, ребят, по возможности лайкич, пожалуйста. Тоже добежать можно. Enemy missing light.
Я даже не знаю, что вот эту взять, да. Okay. А вот сейчас как подпишусь, если чтобы калача обломать. Это, скорее всего, говорит байт от него. Я думаю, что это байт от него. Держи, держу. Че держать-то? Лукасик, Лукасик, спасибо. Здорово, тюр. Пока не знаю, что с ним делать. Пока не знаю. Типа, ну мы будем собираться тогда в война. Ибо нехер. Ну нет, ну на самом деле, меня ребята на соло отправили, как бы. Чего? Спасибо, Люрикс. Как игре? Первая игра, ребят. Первая игра. Сейчас мы собираем арахну в вара. Сколько будет идти стрим? Часа 4, наверное. Хочу постримить, хочу смайт. Я прям соскучился по смайту. Прям вообще жутко соскучился. Чуть-чуть побольше, чатик. Чатик побольше. Как у вас дела, ребятушки? 50 тысяч лет вас не слышал. Не видел. 30 на ютубе, 15 на твиче. Ну да, ютуб, конечно, у меня жесть, насколько больше людей. Просто жесть. Нет, Женя вкатил или у него критов нет? У него, во-первых, во-вторых, у него есть, ну, типа 5%. Ну, типа, левел разница. А, ну слушай, левел большая, но он, да, меня вообще как будто бы не дамажил. А вечером ты стримишь? Стримлю, но реже, гораздо чаще утром. Да, ребят, я выбился с графика вообще абсолютно из-за компа, из-за видеокарты. Ждал видеокарту. Из-за этого мне плакал, сидел, типа не хотел на старый. Вот, и типа... Сейчас все восстановится, ребят, сейчас все восстановится. У меня все хорошо, абсолютно хорошо, ну самое главное. Здоровье хорошо, значит все нормально, братан. Так, я понял, короче, в лобовую мы с этим не деремся, чувачком. Ибо нефиг. Ибо я его просто не убью. Народ, посвятите бога на освоение. Тех, кто открыт изначально, их осваивай. Она мне пришла, я все поставил, там свои трудности возникли. Из-за этого день стрима я просто пропустил. А потом, типа, я очень-очень хотел играть в другие игры и проверять свою карту, поэтому не было стрима. Грубо говоря, ну, сбился с графика, сейчас все восстановится. Сегодня будет стрим дневной, завтра, короче, будет вечерний стрим, ночной часов в 7, наверное. Вот, мы постримим что-нибудь кроме смайта, а вечером будет патч ноуты, мы их тоже будем смотреть, естественно. Ну нет, бессмысленно, абсолютно бессмысленно. Я вообще его не дамажу. Он просто за мной бежит. Мы ждали. То, что вы ждали, это вообще супер. Здорово. Сейчас третий пойдет. Ну, братан, не откидывай. 4. Fire giant.
Размяли мы немножко соперничков, ребята, нормально все. Работаем, работаем на арахне, работаем. Да тут все заранее до 12 набежали. Да, у меня проблема с наушниками были. Retreat. Братан, так не работает. Господи, я думал, я умру. Здорово, ветерок, здорово, братан. Кстати, в этот раз не 4 человека, что-то, ну, тьфу-тьфу, что-то много пришло. Ну да. Спросил у знакомого, у него тоже не будет показывать, он даже об этом не знал, о подписке на ютубе, а смайл сказал, надо подписываться для этого. Короче, ребят, на ютубе кто? Подписочка у меня теперь есть платная, 250 рубасов стоит. Ну и для тех, кто не знает, кто не в курсе, кто не хочет разбираться. Но кто хочет очень сильно помочь стримлеру там и все такое. Вот так вот мы вывозим на 5-2 уже. По голде мы даже сравняли как бы. По-моему, все нормально. Не знаю, зачем она это сделала. Спасибо, привет, Александр, спасибо большое. Здорово, смотрите, я убегу. Сейчас бы покартают за арахт. Блин. Давай, Люрик, заходи, заходи. Ай, ладно, не хочу даже писать, ругаться вот это с ними. Человек на стриме, изи вообще. Кайф. Вообще, мне бы по-хорошему собрать бы... Не знаю, уже нет смысла золотой клинок. Катану бы собрать и какой-нибудь антихил пробивания. Я думаю, было бы неплохо уже. Хорош. Ой, хорош, он еще и убил кого-то. Арахна это просто жесть. Ну, жесть с одной стороны, но с другой стороны нифига не жесть, ребят. В лите она такая слабоватая. Так что в лите, да. Иногда так проиграть, что начинаешь писать большой текст в чат, а потом псих находит, стараешься и молчишь. Мне не хватает знания английского, чтобы все им объяснить. Да. Ну тут я то ли тупанул, но я не знал, что еще можно сделать. Красная киска нас выиграет. Люблю играть с русскими их. Ну может быть.
Мне хватает английского, но в процессе написания понимаю, что только время трачу. Ну, типа, да. Задержка большая стрима, 53 минуты. 53 минуты пиши. Крипы как будто застряли, видели? Как будто они не бежали просто. Я, короче, возьму, наверное, пистиленс, как он там правильно говорится. Ну, зачастую, да. Вот, возьму пистиленс. И вместо синего лука возьму пробивание с антихилом. Я думаю, будет нормально. Пистиленса, да, у нас ни у кого нету. У вас команда изначально задизморалена. Да, это да. Нам сейчас что нужно? Нам сейчас нужно аккуратно отыграть. Нам нужно аккуратно отыграть и отфармиться, и не более, и как бы нормально все будет. Так, баф мы сломали. Ой, баф. Вардик. Ну, они, скорее всего, сейчас пойдут и новый туда поставят, я так думаю. Напиши им, что в руки все взялись. Да, я даже писать не хочу. Чем больше мы пишем, тем больше они реагируют на это. Зачем оно надо? Сейчас еще пару забесов, на самом деле, возможно, даже один, и типа на этом все закончится, и все станет ясно. Кто, что и как. Да, если я им начну писать, они сразу меня начнут говнять. Типа то, что я им пишу, там что-то. А зачем оно мне надо? Вот что он делает. Чувак просто так умер. Бессмысленно вообще. Очень много урона мы наносим, очень много. Но мне нужен левел. Нужен баф, нужен баф. Жил без страха, умер без страха. Да, да, да. Зато поспамил много.
Она может утонуть, единственное, что. Ох, как я рискнул-то. Но я ее убил, и это хорошо. Блин. Сколько там нужно? Такой вот конечный билд у нас будет для Арахнасолу. Арахнасолу. В принципе, нормально. Есть, ну, не вар, конечно, не вар. Но вроде бы как все нормально. Мое дело не умереть сразу за пару плюшек пулек. Выдержать хоть какой-то урон. И нанести достаточно повреждений. По какому-нибудь ниже, допустим. Вот так вот. Нормально, нормально. Ну. Как тебе Хонбакс? Сильный. Сильный, но... Требует умения, конечно. А сигналы бесит меня. Да, ужасно просто. Тоже не люблю вот это слушать. Я все жду набора, чтобы был галактический жук. Галактический жук классный. Если я правильно понял, про что. Но он даже мне помогать не пошел, я понял. Мои паучки мне помогут, ладно. Be right back, да. А то, что я бью, ему вообще похеру, да. Что скажешь, Куземба? Очень крутой. Очень назойливый танк. Очень сложно против него. Варды, ребят, варды всегда помним, да? Смекалочку включаем, покупаем варды. Арти, я сегодня освоил рату на 10. Хочу спросить, что стоит собирать ему. Господи, ты же освоил его на 10. Не знаю, смотря опять, вчера в наборе был галактический хепри. Смотря опять, на какую линию. Видишь, бывают такие странности, как у меня, допустим, вышло. Я взял персонажа для джангла, но так вышло то, что не было варианта. И был вариант идти только в соло. Значит, идем в соло. Застаньте, заспамьте что-нибудь. Законтрите одного. Нам нужен спейс, собег. Притяни одного, и мы выиграем эту катку. Давай, притяни одного, и мы выиграем. Камон. Нет, все плохо, уже все плохо. Мод, все совсем сало. Ну, хотя не так уж плохо, наверное. Вот, она меня уже не дамажит. Одного пестиленца хватает, чтобы она меня не убивала, блин. Как это обычно происходит с одной плюшки. Собег очень много урона получил. Yes. Все правильно, ребята, ждем фаер гиганта. Господи, он не может уйти спокойно, не умерев там, я не знаю.
Поняли, да, почему я начал Кузенбо фокусить? Я знал то, что тот отвалится сразу же. Я просто это знал. Так, ребят, я сосредоточен просто жутко. Я очень хочу эту катку выиграть. Ибо я не шибко хорошо играю на Арахне, но пока все заходит лучше, чем я думал. Engage. Мне нужен отхил. Братан, ты уже без хп. И ульт тоже без хп. А, ну вот так вот получится. Я ничего не вижу, что происходит. Если победить залежь на YouTube, да, я думаю, да, потому что катка прикольная вроде как, потому что мы вначале типа жутко проигрывали, потом жутко выигрывали, теперь мы ничего сделать не можем. И теперь у нас все поровну. Вот. Даже не знаю пока, есть ли у нас шанс. Жив без страха, умер без страха, Арти. Ну, мы отдали Феникса. Это просто жесть. Хорош, хорош, хорош. Не отдать Феникса, не отдать Феникса. Не умереть и не отдать Феникса. Беги, беги, беги. Феникса не отдали, отлично. Очень плотная игра у нас идет. Я не знаю, это комментировать как на СПЛ. Жутко выигрывали, жутко проигрывали, жутко ничего не можем сделать. Да. Помните, да, ребята, клипчики всяких моментов нужно делать на Твиче. Я ролики буду собирать всячески. Как меня бесит, как меня бесит. Он до сих пор думает, что он джанглер. Да ладно. Блин, не очень хочется проигрывать, конечно. Бо репорт. Ну, не репорт, но он тупой немножко. Он думает, что лейт и 36-я минута, и он до сих пор ему должен желтый отдавать. Просто потому, что он якобы роль джанглера у нас занимает. Ну, это же бред. Он, нахрена ему желтый, он сзади, блин, стоит спамит. Один раз он влетает. Чтобы ультануть. Привет, экспресс. Здорово, братан. Блин, не знаю, что-то мне нужно поменять. А что, я не знаю, физ броню что ли поменять? Они что-то меня толком и не бьют-то особо. Нет, я вот так сделал. Нужно максимум суматохи для соперников, максимум. Если я буду хоть как-то хп у них отбавлять, еще и от брони тоже, тогда вообще изи будет.
Ну, кстати, изи. Очень тяжело. Очень тяжело, потому что у нас... мне не нравится, как у нас Агния играет. И Хибо лезет очень сильно. Очень сильно лезет Хибо. Здорово, спасибо, Стигма, спасибо, привет, спасибо. Теперь Ютуб замолчал. Сила может ультануть, вот это мне прям не нравится. А, ну она вообще слева. Это жестко. Но чуть по чуть мы их продавливаем, мне кажется, конечно. Ультимейт из ряды. Вообще мы могли бы засветить что-то немножко, конечно же. О, господи. Сколько ему урона нанесли. Очень много. Но тебе никого не будет. А, он до меня летит до сих пор, эта штука. Я так сильно не отхилюсь, как мне нужно, чтобы в бой вступить. Хотя там мне же убили. Так, съели одного. Ну все, братан, ты не выхилишься и не уйдешь уже. Хорош, хорош. Ну все, ГГВП. Бу, здорово. Это соло Арахна. Да, это соло Арахна, ребят. Контент подъехал. Ну, может, Middle Phoenix обить, а мы пока убьем Титана. Отличная каточка, отличная каточка. Естественно, попадет на YouTube, потому что... Ну, я очень редко встречаю соло Арахну. Поэтому ребята посмотрят. Ребята оценят билд. Я не знаю, зайдет ли он им, но было жестко. Было жестко, но прикольно. Мы выиграли. Это самое главное. И уже у нас донатик от Хобби Бустыча залетел. У нас две платные подписки на YouTube. Ребят, 250 рублей. 250 рублей. И смайлик. Пользуйтесь смайликами только...